например, девочки, мы поздравляем вас, мы любим вас. Нет, не по-нашему. А если сегодня 8 марта, мы любим вас, вы такие классные девули. Не такое. Так, а может быть, сейчас что-то такое прям есть. Сейчас праздник для вас, мы поздравляем вас, вы такие классные девули, мы обожаем вас. Чипули. Нет, такое. Сегодня праздник 8 марта, мы любим вас, эти цветы для вас. Для вас. Для вас. Ну, такое тоже что-то. Не очень вообще. Так, надо что-то еще про красоту спеть. Как вы такие красивые. Классные девули. Да. Такие девули. Нет. Да. А может, прекрасные, вы прекрасные. О, пацаны, здорово. Здорово. Что, девчонок еще нет? Да нет. Опа, цветочки. Красавцы, пацаны. Я, кстати, тоже с подарком. Крутяк. О, Дима, давай расскажи, что ты купил за подарок. Пацаны, у меня самый крутой подарок. Торт. Торт? А где он? Ты его давно забыл? Нет, пацаны, ничего я не забыл. Торт со мной. Только его еще доделать. Крутяк, помочь. Мы спецы в тортах. Да поможете. Торт будет просто супер. Называется «Весенняя свежесть». Так. Ну что вы стоите, идите помогайте. Идем. Это что, цветные пироженки? Да нет, это мочалки. Вы что, не видите, что это мочалки? Будет торт прикол, пацаны. Так, прикладывай. Владос, если на шутки, ну чтоб девчонки не пришли. Хорошо. Так, думаю, девчонкам понравится. Конечно. Так вот, там нету неудобно, пошли туда. Давай. Так. Так, еще там. Еще там. Да. Йоу, пацаны, там все чисто, давай. Никого нет, йоу! Хорошо, сторожи там, рэпер. Ну, мне кажется, девчонкам понравится. Еще. Ну, тут, конечно, Дима чудишь. В виде цветочка, так, шесть. Вот так. Ага. Вторую. Второй. Вот так вот, типа, на второй, чтобы не было промежутка. А, понял. Второй. Так. Да, второй. А кто пока не так? Вот так, да? Да. Да. Вот это они удивятся. Супер. А ну, еще одно. Что, Паша идет? Блин, Влад, ты напугал. Это ж Паша, он же свой. Открывай, запускаю. Так он же не девочка. А, все, ну ладно. Ропа. Ты что тут стоишь? А это у нас теперь. Короче, Паш, мы для девочек там сюрприз. Я понял. Заходи. Здорово, сын, а что ты делаете? Ты что, не видишь, торт быстрее для девчонок? Чё, из мочалок? Ну что, прикол, торт прикол, они понимают прикол. Там ничего, зальём. Ничего себе прикол, вы понимаете, если они это попробуют, то вам будет... Все будет нормально. А ты что принес? А я принес. Светящийся шарик. Ого, круто. Иди раздевайся и вешай. Пацаны, быстрее, скоро тёлки придут. Меньше разговора, больше дела. Ладно, не тренди, успеем мы все. Короче, когда я их увижу, я буду петь рэп, понятно? Влад, рэп читают, а не поют. Пацаны, давайте вместе эту чайку, потому что так быстрее будет. Тут не хорошо. А, вот открывай, да. Пацаны, давай. Тут ты сейчас инструкция как-то делаешь. Сильно. Раз, два, три. О, все, иди рядом. Оно оторвалось. Так, у тебя же горит. Слушайте, пацаны, я бы начал маску писать. Точняк, Влад, красавчик. Так, пацан, ты оставайся тут шарики, мы с Пашей пойдем напишем. Влад, давай лучше смотри. Ага. Так. Вот так, значит. Хорошо пахнет. Блин, мало времени. Все, ребят, я все сделал. Красавчик, мы тоже. Вуаля. Паш, подожди, еще бабочки. О, точно, бабочки. Давай, бери жменьку. Еще. Давай. Все, и лепи. Ну, не смотри, падает жменька.
Пацаны, все спокойно, продолжаем работать. Да хорошо, хорошо, Влад. Ботан, ты что стоишь? Давай шарики лепи. Все, иду, иду. Как красота получается. Согласен. Супер. А ну, он, тёп, надо помоги. Тогда стой, стой, тогда стой. Держи, верхушку снять. И на верхушку налепить. Тут тяжеловато, конечно. У меня ногтей, как у девочек, нет. Снимай. Пацаны, кто-то идет. Кто? А, это уборщик. Продолжай, продолжай. Блин, Влад, ты напугал нас. Короче, давайте идем по шарику, то сейчас реально течет. Все, давай. Давайте. Пацаны, это не шутка. Валентина Ивановна идет. Все, 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 места, места, Димон, быстрее, быстрее, давай! Да все, 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 заканчивай, так. Прикольно выглядит. Добрый день! Добрый день! Ничего себе, какая красота! Это вы сделали? Да, это мы! Валентина Ивановна, это вам праздник! Спасибо, ставьте базу. Мальчики, напоминаю, вы же сегодня жюри. А мы помним! Девочки уже приготовились. А сколько баллов можно ставить? Я сейчас вам раздам карточки. Смотрите, у вас будет 5, 2, 10, 1, 0. Но я надеюсь, вы его никому не поставите. Поставим. Мальчики, 20. У каждого будет свое. Димочка, это тортик сделал? Это не для вас, это для девочек. Ну, молодец, я думаю, они будут очень-очень довольны. Так, разберите, пожалуйста, чтобы у каждого были как у Димы. Хорошо. Хорошо? 0, 10, 1. Нет, твоя брата, держи. Это двоечка еще. И пятерка. 0, держи, Паш. Какие два? А мне двойку. Десятку. Ну что, мальчики, закончили? Закончили. Смотрите, судите, пожалуйста, по-честному, чтобы все девочки были довольны и не расстраивались. И начинаем мы, девочки приготовились, с выхода в платье. Итак, первая участница Валерия. Жюри, выставляем баллы. Моя оценка вот. Моя оценка вот. Моя оценка. И я поставлю. Спасибо, спасибо, жюри. Жюри были к тебе очень добры. У тебя 70 баллов. Ждем следующую участницу. Итак, уважаемые жюри, вторая участница Дарина. Ставим баллы. Моя оценка. Моя оценка. Моя. Моя оценка. Ну, и я ставлю. Ай-яй-яй, уважаемый Денис. А любовь-то какая была, как-то нечестно вы баллы поставили. Дариночка, у тебя 32 балла, и мы ждем следующую участницу. Итак, третья наша участница Анна. Ваши баллы? Моя оценка. Моя оценка. Моя оценка. Итак, по итогам, Анечка, ты пока что на первом месте. Девочки идут готовиться к выходу в купальниках, а жюри ждет. Ну что, мальчики, вы удивлены? Все-таки выход в купальниках зимой. Валентина Ивановна, вообще-то уже весна. Конечно, удивлены. В купальниках. Ага. Крутяк. Боже мой, как много.
man got to do. Моя оценка. Моя оценка. Моя оценка. Супер. Смотрю, купальники жюри понравились очень. Единогласно 80 баллов. Ждем следующую участницу. Прекрасная проходка, Дарина. Итак, жюри, оцениваем вторую участницу. Моя оценка. Моя оценка. Моя оценка. Итак, Дариночка, у тебя 50 баллов. Готовится следующая участница. Очень хорошо прошлась. Жюри, ваши оценки. Моя оценка. Моя оценка. Ладно, 50. Моя оценка. Я ставлю. Анечка, 80 баллов. Что значит в купальниках, девочки? Ну что, уважаемые конкурсантки уходят, а мы готовимся слушать конкурс стихов. Супер, крутяки, чуваки! Надеюсь, и стихи вам тоже так же понравятся. Девочки, начинаем! Вас, мужчины, с 8 марта поздравляю неспроста. Пусть глаза полны азарта, не иссякнет доброта. Нынче всем придется туго убирать, готовить, мыть. Не страшны пускай недуги, будьте стойки и не ныть. Я желаю денег вас на подарки и букеты, чтоб растрогать дам до слез и ловить от них приветы. Умничка, прекрасный стих. Ну что же, уважаемые жюри, ваши баллы. Моя оценка. Моя оценка. Моя оценка. Моя оценка. 60 баллов, Лерочка. Итак, следующая участница. 8 марта, женский день. Мужчинам в этот час не сладко. Вы в дальний угол простили и магазин за шоколадкой. А коль позволит ваш бюджет, купите даме украшение. Запомнится на много лет такое важное свершение. И каждый знает, без цветов не обойтись сегодня вовсе. Пусть разожжет вашу любовь магическая цифра 8. Умничка! Ну что же, жюри, ваши баллы для Анны. Моя оценка. Моя оценка. Моя оценка. Я ставлю. 45 баллов. Неплохо. Ну что же, последняя наша конкурсантка Дарина. Чудесный мартовский денек, поздравьте женщин, дорогие. Дарите им любви поток, цените, берегите их. Была бы ваша жизнь скучна без славных женщин в мире этом. Ведь есть как минимум одна, что наполняет сердце светом. Мамуль, супруг и дочерей заботой лаской окружайте. Вы с каждым днем все ясней любовь делами выражаете. Умничка, умничка, только в конце переволновалась чуть-чуть. Ну что же, жюри, ваши баллы. Моя оценка. Моя оценка. Моя оценка. И я ставлю. Дариночка, становись на место, молодец. Итак, по итогам нашего конкурса. А конкурс у нас прошел очень интересный. Девочки, вы молодцы, вы очень красивые, очень талантливые. Но первое место, к сожалению, одно, так что вы сильно не расстраивайтесь. Третье место с 142 баллами у нас получает Дарина. Спасибо! Аплодисменты! Второе место с результатом 205 баллов получает Аня! Молодец!
И первое место с небольшой разницей в 5 баллов. 210 зарабатывает девочка. Вы молодцы. Для вас праздничное поздравление от наших жюри. Сами MC Ладос и MC Базар. Честь праздника для вас, затянили свой рассказ. Крутые тёлочки, одетые с иголочек. Милые кисоли с ним бабули. Вы все просто класс, это праздник для вас, девочки. Праздника! Спасибо, нам очень приятно. Подождите, девчонки, я для вас торт приготовил. Праздник!